Всем привет, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы разберем один из самых сложных маневров на экзамене при сдаче ГИБДД. Это параллельная парковка или постановка транспортного средства при движении задним ходом параллельно тротуару, краю проезжей части. Поехали. Перед началом движения обязательно нужно пристегнуться. Запускаем двигатель, включаем левый поворот. Надо убедиться в безопасности начала движения. Вот впереди нас парковочное место свободное. Соблюдаем боковой интервал с правой стороны полметра до начала границ парковки. И смотрим в правое зеркало, так как у нас парковка с правой стороны. Остановились. Интервал отличный, расстояние отличное. Все, можем начинать заезд. Включаем заднюю передачу. Руль выкручиваем вправо до упора. Поворот вправо у нас остается включенным. Начинаем движение. Смотрим в левое зеркало. В левом зеркале мы должны увидеть внутренний угол парковки. Вот мы увидели угол. Выставляем колеса в прямом положении. Начинаем движение прямо. Также задним ходом. Ориентироваться на воображаемую линию левой границы парковочного кармана. После чего включаем левый указатель поворота. Руль выкручиваем влево до конца. И продолжаем движение также задним ходом. Выставляем машину параллельно краю проезжей части. Все, парковка завершена. Ставим обязательно автомобиль в режим парковки и на стояночный тормоз. Выполняя простые правила парковки, вы с легкостью сдадите экзамен. Удачи вам!